Знаете, что я сейчас делаю? Я сейчас смотрю на самую охуенную тачку, и она у нас первая в России, и она моя. И я смотрю, а вы не смотрите, а я смотрю. Потому что что? Потому что я тоже охуенный, и она тоже. Эрик, вот ты много машин видел, вот мы сейчас смотрим на нее. Ну, скажи, что она охуенная. Слушай, это просто произведение искусства, я теперь, я спокоен. В нашем полку прибыло, и я очень рад, что у тебя такая машина. Это... Ну, собственно, пришло время спалить вам мои охуенные номера на мои охуенные тачки, а пока мы их прикручиваем. Че, браток, все нормально? Отвертка, да, такая? Новые технологии. Чисто, я тебя понял. Ну, нанотехнологии. Готовьтесь сейчас. Собственно, номера уже на тачке, я готов вам их показать. Смотрите. Охуенный. Охуенный номер, охуенная тачка, охуенный я. Все самое лучшее только у меня. Любимая моя тоже самая лучшая и охуенная. Ведь у меня есть черный бубер, он всегда со мной. Ведь у меня есть черный бубер, быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный бубер, бубер заводной. Садись, милей, девчонка, покатаюсь с тобой. Покажи тачку. Че, покажем тачку? Да, покажи, а то уже все ждут. Вот она. Вот она моя любимая. Это Renault Logan, это моя тачка, ребят. Кто не знал, у меня есть Renault Logan, на который я заработал 3 года назад. Все. Сейчас-то он точно все расскажет. Алло, Тава, твоя Оля у меня. Либо ты говоришь, какую новую тачку ты купил, либо твоя... Алло? Да ну нахуй. Че, тачку хотите увидеть, да? Ну ничего, скоро я вам покажу. А пока смотрите на меня охуенного. Просто вот это просто стиль. Мое имя это стиль. В общем, родные, скоро будет и тачка, и все. Чуть-чуть терпения. Ну, это... В общем, не расслабляемся, бомбим под сколько есть сил, сколько есть возможности, пишите мне до утра, потому что я, возможно, передумаю, я что-то активности не вижу, я говорю, сломайте просто Инстаграм, сломайте мой директ, зайдете, посмотрите, это просто дивалица, она стоит того, она охуенная, охуенная тачка. Да ты заебал! Ты заебал, да? Бумер хороший? От души, братан! А, кайф! Это мы сила, вот мы банк!